ему придает ему магическую силу. Никотиновый адреналин. Так, чем-то его схватили. Да, вооружена эта штука вообще прям до зубов. Там и ракетницы были у ней. Вон, видно. Слился со стеной. У него специальный костюм для этого имеется. Камуфлирующий. Причем этот костюм незаметен даже через инфракрасные визор. Это что такое было? Типа отходы какие-то у них? Просто бесконечная сигарета, которая никогда не кончается. Потому что она ее же несколько минут курит. Metal Gear Solid 4. Здесь Solid проверяет, нет ли ловушек под оружием, потому что там и бомбу могут спрятать. Вот, ну, все нормально. Проверяет магазин, затвор. С патронами все окей. Да, костюмчик, что надо. Так, ну, сохранить. Why not? Так, new save. Сюда. Загрузка очередного эпизода. Тремя днями ранее. Снейк стоит у неизвестной могилы, отдает честь. А
А так он. Даже у мертвецов есть уши. Снейк, нам надо идти. Тебя ждет встреча со старым другом. А так он. Что там с результатами анализов? Анализ протеина положительный, но анализ информационной РНК отрицательный. Дряблая кожа, затвердевшая артерия. Симптомы твоего раннего старения очень напоминают синдром Вернера. Однако, ни один из анализов не помог установить точную причину. И? Ну, судя по тому, как быстро идет процесс старения, я бы сказал, мне остался от силы год, так? Да. Снейк, давай найдем другого доктора. А какая разница? В конце концов, я не обычный человек. Не говоря уже про Фокс Дай. Ты прав. Но мы не знаем, где Наоми. Наоми. Снейк! Полковник, рад вас видеть. Я ведь больше не полковник, Снейк. Надо же, а я-то думал, что увижу вас в пиджаке только на свадьбе вашей дочери. Чем вы сейчас занимаетесь? Работаю на комитет по инспекции и надзору за частными вооруженными силами. Организацию, которая подчиняется Совету Безопасности ООН. В мои задачи входит анализ и оценка стоимости активов ЧВС. Я помню, как год назад прошла ваша резолюция. Снейк, я наткнулся на кое-какую информацию по ходу работы. Мы нашли его. Он на Ближнем Востоке. Я все объясню по пути. Мы должны остановить его. Остановить сейчас. Пока еще не поздно. Ликвид сделал свой ход. Мы нашли его. Он готовит восстание. Пока что он залег на дно в зоне ближневосточного конфликта. Ты должен найти его. Track him down. Only 2 weeks today? Только 2 яйца сегодня. Должно быть у Соли до выходной.
Это Снейк. Как меня слышно? Как обстановка? Только что прибыл в город. Тут полно странных механических ящериц. Это беспилотные боевые роботы производства корпорации АТ. В армии США они имеют обозначение Ирвинг. Широко распространены в различных ЧВС. Таких штуковин сейчас состоит на вооружении даже больше, чем танков. Они очень хорошо бронированы и имеют потрясающую проходимость. Так что тебе лучше избегать встреч с ними. Беспилотные? Такими темпами они очень скоро заменят обычных солдат. Как бы там ни было, окрестности просто кишат, Гек. Наличие роботов говорит о том, что стандартная стоимость боевых действий в данном регионе уже превышена. Должно быть, это имеет какое-то отношение к присутствию Ликвида. Ты действительно думаешь, что он здесь? Найди оперативников армии США и сам расспроси их. Кстати, Снейк, я использовал Марк 2, чтобы произвести разведку на местности до твоего прибытия. Ты найдешь его неподалеку отсюда. Марк 2? Это автономный мобильный терминал. Мы его сконструировали вместе с Санни. Марк 2 предоставит тебе карту района, в котором находишься, а также любые данные по боевой обстановке. Найди его в первую очередь, перед тем, как приступишь к выполнению задания. Хорошо, понял. Место встречи отмечено на твоей карте. Я буду ждать тебя там. Так, у нас теперь есть... Вот теперь у нас есть камуфляж. Справа в верхнем углу отображается уровень камуфлирования. Так, смотрим на карту, куда нам нужно двигаться. Все ясно. По этой широкой улице придется. Так, а тут еще и БТР пригнали. Вообще замечательно. О, щит. Придется, наверное, проползти. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Так, ну... Нам сообщается о том, что нет необходимости вступать в бой. Нужно как можно больше избегать прямых контактов с противником. Так, пошла какая-то стрельба. Осматриваемся. И двигаемся дальше. Так, вот там... Так.